В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем. В Кирове осудили гаражного вора, который умыкнул у друга электроинструменты почти на 200 тысяч рублей. Мужчина отправится в колонию строгого режима. Все подробности в рубрике «Сводка». Гаражного вора отправили в колонию за кражу электроинструмента у друга. Преступление произошло в марте этого года. Мужчина узнал, где его приятель хранит ключ от гаража, взял его, пришел на место и забрал электроинструменты на сумму почти в 200 тысяч рублей. После этого скрылся с украденным. С учетом неснятой и непогашенной судимости, суд вынес мужчине приговор 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание кировчанин будет в колонии строгого режима. В Омутнинске накрыли подпольный игровой клуб. Проработал он весьма недолго, всего лишь 2 месяца. Местный житель вместе с приятелями оборудовал казино в нежилом помещении на улице Складской. Азартные игры проводили через интернет. В конце июля незаконный бизнес накрыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Изъяли игровое оборудование, допросили 2 подозреваемых. Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Из-за свалки опасных медицинских отходов в Демьяново на главврача Подосиновской ЦРБ имени Отрокова возбудили административное производство. Прокуратура провела проверку после публикации в СМИ и нашла нарушение законодательства при обращении с отходами. Изначально жалобы на горы мусора от жителей Демьяново появились в соцсетях. Медицинские отходы копились на площадке, принадлежащей местной ЦРБ, и начинали подбираться к жилым домам. По мнению активистов ОНФ, которые также заинтересовались вопросом, часть отходов можно отнести к классу «Б». Они представляют эпидемиологическую опасность не только для человека, но и для окружающей среды. Их сбор, хранение и утилизация должны проходить особым способом. После проверки прокуратуры нарушение законодательства устранили. Волонтеры и полиция разыскивают 60-летнего жителя поселка Дороничи Игоря Карипанова. Вечером 2 августа его видели в последний раз. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Если вы знаете, где может находиться Игорь Карипанов, сообщите по телефонам на экране. Алина Котрихова, место происшествия.